Друзья, всем привет! Огромный! У нас уже вечер, на улице темно, я сходила с Лизой погуляла, она нас сейчас кушает, я ее искупала. Сейчас мне нужно вам кое-что показать по-быстрому, я ее буду сушить. А сходила в Галамат. Что купила? Хочу показать, что я купила. По мелочам, ну, еще купила то, что вот вообще вот не рассчитывала вроде как сегодня покупать, но купила. Ну, тут губка для обуви, ватные диски. Вообще пошла за термосом. У меня был такой термос, он на пол-литра, я его на работу беру. А тут что-то я его вчера, что ли, или позавчера хотела взять термос на работу, ну, сделать кофейку-то, потому что на работе уже холодает, а как-то покупать из автомата кофе, ну, знаете, каждый раз отдавать по 45 рублей за маленький стаканчик, ну, что-то это как-то дороговато, да? Думаю, надо уж с собой таскать. Ну и что, я открыла свой старый термос, я уж не помню, когда я его последний раз брала на работу, наверное, еще весной. И, видимо, я его помыла и сразу закрыла, а там плесень, я его выбросила, купила еще такой же, как и был, на пол-литра, не пахнет, кстати, ничем, термос как термос, тепло удерживает, но не так, что прям кипяток, ну нормально, мне пойдет, на два стаканчика кофе нормально. Вот, так, и это я вот в Галамат, а, кстати, он знаете почем? Он со скидкой 300 рублей, 299, 300 рублей, вот он сейчас со скидкой. И пока я там шарохалась в этом магазине, я еще купила, я еще ходила за шнурками, кстати, шнурки взяла. И взяла вот такой вот комплект постельного белья. Я вообще не знаю, что это за белье. Я там беру первый раз белье. Что это вообще такое? Состав. Кстати, даже состав не читала. Состав полиэстер. 100%. Не знаю, что за бельишко такое. Ну, здесь я взяла светлое. Там, ну, небольшой выбор расцветок был. Я взяла просто то, что он светлый. Тут птички. Птички, стрижи, ласточки. Не знаю, кто это. Вот так вот он выглядит. Беленький он. Даже не беленький, а такой больше кремовый, что ли. Птичка он нарисованная, да? Евро. Потому что, почему евро беру? Потому что у нас, там у нас дома одеяло евро. У нас раньше была очень большая кровать. Вот, и поэтому, и, соответственно, как одеяло тоже большое. Кровати сейчас нет, диван небольшой, но одеяло осталось. Вот, поэтому такое купила. По стоимости 1490. Ну, я открывала, пощупала. Давайте вот так чуть-чуть опущу. Опущу вас. Открыла, пощупала. Я не знаю, как вообще будет спаться. Хочу его сейчас постирать, закинуть в стирку. Сейчас вот открою. Это что такое? Компактно положено. Ну, на картинке вроде симпатично. Мне понравилось то, что он светленький. А, вот наволочки чуть-чуть они, как будто бы, ну, чуть-чуть как будто... Блин, здесь такое освещение у родителей. У меня все включено. Здесь включен свет, здесь включен и наверху включено. Освещение все неплохое. Темно здесь. Там-то у нас все светлое, все такое, совсем другое освещение. В общем, вот это вот наволочки. С птичками. Я так поняла, наволочки с птичками. О, видали? Вот так вот. Полетим мы во сне куда-то, да? Будем летать. О лете вспоминать. Ну и что здесь? Так, а что? Ну, на ощупь так пойдет. Тряпка как тряпка. Пахнет новым. Качество, конечно, не очень. Качество не очень.
Ну, за такую цену, я думаю, нормально будет. Вот надо поспать, и тогда пойму, как это. Бывает и хуже качество. Кстати, у нас был комплект вообще очень плохого качества. Вот. И еще, это все. И еще, я сходила сегодня, я сделала заказ на Озоне. Получила посылочку. И что это? Я еще не открывала. А это штатив. Штатив я заказала. Я заказала штатив. Вообще высота здесь написана от 70 до 2 метров, в общем. 2 метра, 210 сантиметров. Ну, 2 метра и 10 сантиметров. В общем, сейчас я его распакую. А вот картинка такая вот. Типа вот такой вот штатив. Распакую, посмотрю вообще, как он тут. Все пришло в целости, сохранности, не знаю. Вот, тут кнопочка тоже есть. А потом, ну, соберу. Ну, я сейчас все тут сломаю сначала, а потом буду собирать. Все у меня тут повылетало, тут запчасти повылетали. Ну, я читала отзывы. Пишут, что хороший штатив. Не знаю, как в деле будет. Ну, посмотрим. Штучки-дрючки. Ой, инструкция какая-то. Даже на русском языке. Удивительно, да? Тяжелый он. Металлический. Да? Ничем не пахнет. Я все нюхаю. Я все щупаю и нюхаю. Металлический, да. Ну ладно, сейчас буду разбирать. Потом покажу. Друзья, я поставила свой телефон на новый штатив. Знаете, что я могу сказать? Лох — это судьба. Да, наверное, это про меня. Я вообще в шоке. Я не знаю. Я просто не знаю. Теперь что делать? Смотрите, я... Сейчас подниму чуть-чуть, меня не будет видно. Это, ну, какая вообще максимальная высота этого штатива. Вот такая вот. Ну, выше меня прямо он, значительно выше. Так. И что я вам скажу? Вот мой штатив. Как говорится, мой нормальный штатив. То есть это Настин штатив, она, ну, она давно его покупала. Он просто, ну, высоты не хватает, да? Он двигается вот так вот, то есть опускается, его можно крутить, вертеть. Ну, тут расслабить, можно крутить, вертеть. Ну, то есть вот эту штучку. А этот новый штатив, он просто вот, просто прямой. Вот мой старенький, хорошенький. Ой, просто идеальный штатив. Нахрена я купила вот эту вот штуку? Вот скажите мне. Ну, мне нужен был высокий, но я почему-то даже не подумала, что у него не будет наклона никакого. То есть он может... Я его могу повыше поднять, вот так вот. И вот так вот максимум опустить. Все. То есть он как-то вот... Он как-то все равно, как будто бы вверх чуть-чуть смотрит. Ох, вообще, я в шоке, девочки, мальчики. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я вас... Я сейчас отключусь, сниму. Вот это. Вот эта штука стоит, вот она. Вот здесь. Вот такая вот система. Видите, она... Крутится, вертится. Все это максимум, на что она способна. Больше не опускается. Но то, что высокий, конечно, это хорошо. Ну, компактность у него здесь есть. Железный, устойчивый, в принципе. Ну, вот этот вот, конечно, получше. Вот этот вот получше. Видите, чик-чик. Ну, это вообще фигня. Я расстроена. Я вообще очень сильно расстроена. Старый, новый. Вот. У старого даже уровень есть. Там уровень.
смотришь, ровно стоит или нет. Не знаю. Но я, наверное, вот этот вот старый оставлю здесь. Он пусть здесь стоит. Ну, а этот я увезу туда. Пусть он здесь стоит. Это вообще, знаете, я поняла, это он удобный, знаете, кто ТикТок снимает. Вот, он удобный для ТикТока. А для вот Ютуба что? Ну, ТикТок же чуть-чуть по-другому снимается видео, а для Ютуба чуть-чуть по-другому. Вот, ну, для меня он неудобный. Неудобный, совершенно неудобный. Как говорится, зря потраченные деньги. Ну, ладно. Я его взяла со скидкой за 1180, что ли. Или 1080. Ну, в общем, не сильно дорого. Ну, скидка была, вот я и взяла его. Пришел быстро. Че, ладно, буду продолжать искать тот штатив, который мне нужен. Наверное. А может быть, уже и не буду, потому что расстроилась. В общем, ладно. Сейчас я вот пока я сейчас болтаю, не знаю, насколько я опять наговорила. Мне вообще нужно Лизу пойти уже посушить оно, а то она это уже высохла. Сейчас эти запутаются волосы у нее. Кстати, простыня без рисунков. С рисунками только наволочки и пододеяльник. Пододеяльник на молнии. Пахнет новым. Вот смотрите, как отличается. Может, здесь будет видно? Не видно, наверное. Вот пододеяльник чуть-чуть посветлее, чем наволочка. В общем, ладно, друзья. Буду сейчас вот это вот все собирать, убирать. Этот надо помыть. Ладно, больше ничего не буду говорить. Решила застелить, не поленилась, показать вам, как это выглядит. Вот, в общем, вот так вот это выглядит. Подушки с птичками, пододеяльник с птичками. Ну, получается, простынь просто вот. Ну, вот просто. Я застелила прям, ну, на постель. Наволочки на подушки положила. Но так вроде бы ничего. Смотрится светленький такой. Ну, знаете, вот качество вот прям действительно вообще. Этот набор ненадолго. Он прям тонкий-тонкий. Но он будет, мне кажется, разлазиться, расходиться материал этот. Вот, ну вот здесь вот замочек есть. Вот так вот. Ну, нитка вот какая-то тут торчит. Сейчас постираю. Если не полиняет и не разлезется, то нормально поспим на таком. Но мне вообще нравится, если честно, расцветка нравится. Светленький. Лизок, как твои дела? А? Расскажи-ка, как твои дела? Что у тебя здесь прям это? Эти ресницы, что ли, в хвостик взяла? Покажись. Скажи всем привет. А? Мокрая борода. Закинула постельное в стирку. Надеюсь, не полиняет и не расползется, не разлезется раньше времени. Еще успеем поспать на нем, да, Лизочек? Успеем мы поспать на новом белье, не знаешь? Я тоже не знаю. На сегодня, наверное, все. Снимать больше ничего не буду, потому что сейчас вечер. Ничего интересного у меня сегодня происходить уже не будет. Это что за улыбка такая? Не пойму. Смотрю на тебя. Это что ты так улыбаешься? А? Чё хочу? Чё хочу? Говори. Чё ты хочешь? Ну, говори. Говори. Давай, я тебя жду. Тебя надо погладить, да? Хитрюга какая. В общем, ладно, друзья. Спасибо всем. И всем пока-пока.